Образовательный семинар по основам обеспечения безопасности при занятии дайвингом проходит ежегодно. В нем принимают участие руководители клубов, дайв-центров и инструкторы, предоставляющие свои услуги на территории Краснодарского края. Во избежание несчастных случаев Конфедерация подводной деятельности России вместе со специалистами Межведомственной комиссии по водолазному делу и краевым управлением МЧС проводят такие вот беседы. Их цель – усовершенствование знаний и навыков при оказании услуг подводного плавания. На семинаре выступила и заместитель председателя Комитета Государственной Думы. Наталья Костенко отметила, что летом популярный вид отдыха – дайвинг – вполне доступен, но не всегда может быть безопасным. Лицензированные клубы работают в соответствии с государственными стандартами, предоставляют квалифицированного инструктора и работают с исправным оборудованием. А вот от услуг незарегистрированных лиц лучше отказаться. В городе Сочи случаев опасных, слава богу, нет, не было. И мы бы не хотели, чтобы они произошли, хотя никто от этого не застрахован. Именно поэтому мы проводим эти сборы по безопасности. В настоящий момент законодательная власть проявила интерес, как оказывается, это услуга. Это хорошо, потому что у нас есть очень много вопросов, которым мы ожидаем помощи от депутатов. Ну а сотрудники МЧС, как принимающая сторона, продемонстрировали на своей территории собственный арсенал – оборудование, водолазные костюмы и спецтехнику.